Виновны оба. В Сургутском городском суде сегодня огласили приговор по делу, возбужденному по факту ДТП, унесшего жизни троих молодых людей. Трагедия произошла на улице Энергетиков 14 июля 2019 года. Водители автомобиля марки BMW, чьи пассажиры погибли, приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. В тех же условиях, но 4,5 года проведет второй фигурант дела. Он управлял иномаркой Lexus. Обоих суд заключил под стражу в зале суда. Признать Пермиева Марселя Марсовича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, часть 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенного наказания в виде 9 лет лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 2 года 6 месяцев. Отбывание наказания в виде лишения свободы определить в исправительной колонии общего режима, дополнительное наказание исполнять самостоятельно. Меры пресечения избраны ранее в отношении Мирмиева в виде подписки о невыдержащем поведении, изменительное содержание под стражу до вступления приговора суда в законную силу, взяв его под стражу в зале суда. Судья зачитывал приговор около 2 часов. В деле приводились мнения экспертов, очевидцев и показания подсудимых. Напомню, мужчина, управляя БМВ, по версии следствия, находился в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав. А водитель «Лексуса», по данным следствия, создал ему помеху, когда пересек двойную сплошную линию разметки, поворачивая налево. Государственный обвинитель перед оглашением ходатайствовал назначить каждому наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Вещественные доказательства распоряжаются следующим образом. После вступления приговора в законную силу автомобиль Lexus, электронный блок управления автомобилем, принадлежащий Воронкову, возвратить законным владельцам, сняв с них ограничения в использовании. DVD-диск, флеш-карты, видеозаписи, документы, хранить материалы дела как документы. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Хмао-Югры через Сургутский городской суд Хмао-Югры в течение 10 суток со дня его провозглашения.